Сейчас мне хотелось бы передать слово Андрею Александровичу Слепневу. Андрея Александровича мы все очень давно знаем, там, как человек, который работает всегда на самых ответственных фронтах, на направлении главного удара. Он у нас был и заместителем министра сельского хозяйства, и заместителем министра экономического развития. И сейчас вот Андрей Александрович член коллегии министра по торговле Евразийской экономической комиссии. И я думаю, что у него вот такие одни из самых таких болезненных вопросов, вызывающих наибольшие дискуссии, это тарифы, таможенные барьеры. Андрей Александрович, вам слово. Спасибо большое. Во-первых, позвольте приветствовать всех участников этой конференции. Ну, тарифы, барьеры торговли, это, конечно, все очень актуально. Этим мы всегда занимаемся. И сейчас, по итогам первых лет работы таможенного союза, мне кажется, этот функционал уже такой достаточно рутинный, и все понимают, как с ним работать. Я бы все-таки обратил внимание на интеграционные аспекты. Действительно, сейчас многие говорят о том, что интеграция – это ключ к решению задачи о модели посткризисного развития. Я неоднократно об этом говорил. Россия давно выбрала это решение как ключ к дальнейшей формуле экономического развития. Напомню, в 2009 году, когда была первая волна кризиса, было принято принципиальное решение по интеграционной повестке. Они были трехуровневые. Первый уровень – это было формирование таможенного союза, который сейчас развился в Евразийский союз и продолжает развиваться. Второе – это было ускорение поступления во Всемирную торговую организацию, потом как многосторонняя торговая система. И третье – это формирование зоны свободной торговли СНГ, имея в виду более широкое партнерство. Сегодня уже в рамках союза мы в рамках совместной повестки продолжаем движение в сторону интеграции. И здесь мы находимся полностью в мировом тренде. Это сейчас, в общем, всем понятно. Напомню цифры некоторые, что в 2005 году действовало порядка 180 региональных торговых соглашений. Сегодня их 406, и этот процесс набирает обороты достаточно быстро. Очевидно совершенно, что новая формула развития, сегодня мы уже говорим, некоторые аналитики говорят о приближающей третьей волне кризиса и так далее, показывает, понятно, что ни модель национального протекционизма, не модель всеобщей глобализации, она не дает устойчивой основы для развития торговли, для развития производства, для эффективной кооперации. Национальные квартиры слишком тесны стали для современного, очень коммуницированного мира, а правила многосторонней торговой системы слишком слабы, чтобы удовлетворить амбиции компаний, амбиции бизнеса. И 15-летние безрезультатные движения по дохийской повестке показывают, что перспективы того, что многосторонняя система подтянется под новые реалии, они малы. Ответ, он очевиден, это региональные многосторонние соглашения, которые будут своего рода правым образом обслуживать кооперационные цепочки, складывающиеся в рамках вот этих больших объединений. Мы видим уже первые примеры, они у всех на слуху. Это крупнейшие соглашения в Тихом океане, в Трансатлантике. Понятно, что эти соглашения не дают ответа сразу на все вопросы. Понятно, что там длительные очень переходные периоды до 25 лет. Понятно, что там многие дисциплины – это плод компромисса. Но так или иначе тренд обозначен. И я могу сказать, что в ответ к критикам многим, которые нас уверяют, что мы плетемся в хвосте мировых тенденций. Могу отметить, что здесь мы не плетемся в хвосте мировых тенденций, а очень даже двигаемся в тренде. Вот вопросы часто возникают. Ну как же, вот, что дал Евразийский союз? Ну смотрите, вот динамику торговли между странами, она падает и так далее. Ну внимательно проанализировали, коллеги. Вот несколько фактов, вы можете проверить это на цифрах. Как только сформировался таможенный союз, уже в первый год мы переломили тенденцию, когда взаимная торговля у нас всегда была менее активна, чем внутренняя торговля. Уже в первый год формирования таможенного союза внутренняя торговля начала развиваться быстро, быстрее, чем мировая торговля, то есть эти ножницы как бы переключились.
В следующий год это были уже трехкратная разница в темпах роста. И это при том, что структура, она совершенно иная. То есть доля энергоносителей в 2,5 раза ниже во внутренней торговле, чем доля энергоносителей во внешней торговле. То есть в хорошие времена, мы понимаем, что те времена были хорошие, в хорошие времена взаимная торговля растет быстрее, чем растет внешняя торговля. Сегодня времена тяжелые. Мы посмотрели на динамику, да, есть некоторые падения, но могу отметить, что в тяжелые времена взаимная торговля падает медленнее, чем внешняя, а структура ее продолжает улучшаться. Вот что интересно. Больше товаров инновационного характера, больше товаров более глубокой переработки. Снижается у нас, продолжается тенденция снижения минерального сырья в структуре взаимной торговли. То есть здесь эти процессы идут, и они идут еще уже на фоне второго такого стратегического эффекта, на фоне роста инвестиций в предприятия, ориентированные на общий рынок. Эти предприятия создаются в Беларуси уже давно, и в Казахстане сейчас Олег Павлович, наверное, расскажет, в кооперации с иностранными партнерами, на национальный капитал по-разному. И здесь это уже все нас учат в любых учебниках, что инвестиции – это основа будущего роста. Но вот к инвестиции, они бизнес свой выбор сделал, инвестиции делаются в расчете на общий рынок. И это, в общем-то, тот позитивный сигнал, который показывает, что наши усилия по развитию интеграции нашли отклик в душах бизнеса, что я считаю очень важным, имея в виду, что интеграция должна быть не только на политическом уровне, что очевидно всем интересно, но и на практическом уровне. Далее, если мы будем говорить про нашу повестку уже торговую, мы реализуем действительно единую торговую политику, то есть мы с внешним миром говорим одним голосом, и сегодня мы уже перешли к практическим шагам. Упоминался Сергей Сергеевич об соглашении по Вьетнаму. Действительно, наш первый большой такой договор, где Союз и его государства-члены выступали как единая сторона в переговорах и в заключении этого соглашения с Вьетнамом. Я бы отметил здесь два фактора. Во-первых, мы это соглашение делали таким современным, закладывая многие дисциплины, в том числе и на вырост, и получили очень неплохое соглашение, понимая, что Вьетнам к нам приходит в качестве, как сказать, первого партнера из дальнего зарубежья, получает таким образом определенные преимущества перед другими будущими партнерами. Ну и в ответ нам Вьетнам, как и обещал, предоставил условия лучше, чем кому бы то ни было из своих партнеров по свободной торговле, а точнее даже лучше, чем всем им вместе взятым, так сказать, если взять позиционно. И в этом плане нашим предприятиям, конечно, надо реализовывать эти возможности. Здесь я вот от позитива, как сказать, некому такому настораживающему факту перешел бы. Еще на стадии переговоров мы столкнулись с тем, что у наших предприятий и отраслевых ведомств вообще, вот, так сказать, вот эта вот компонента экспортной амбиции развита достаточно слабо. Попытки получить развернутый экспортный запрос, они, в общем-то, потребовали значительных усилий. И это отражает то, что и крупные предприятия, за редким исключением, а уж и мелкие, и средние, и говорить нечего, они не очень-то пока мыслят себя вот в этих глобальных трендах международной кооперации. Они не думают о том, что, например, выйдя на вьетнамский рынок, можно получить доступ к дешевому труду, который снижит издержки, если ты поставишь только комплектующие. Более того, доступ на рынок ASEAN, где очень большое потребление. То есть это приходится объяснять, разъяснять, что неудивительно, учитывая, что это новизна определенная. Но тем не менее, вот мы, пользуясь любым случаем, всегда привлекаем к этому внимание. Открываются новые возможности. Сегодня мир формирует совершенно новые запросы, новые стандарты выживания в условиях вот складывающейся ситуации. Конечно, это не те стандарты, которые предполагают исключительно такое махровое импортозамещение за высоким забором от международной конкуренции. Здесь необходимо быть несколько более амбициозными. И сегодня я могу сказать, что нам президенты на прошлом совете, который состоялся буквально 10 дней назад, определили среднесрочную программу действий по торговой политике, по развитию отношений с ключевыми партнерами. Безусловно, мы готовы к взаимодействию с ЕС, хотя, конечно,
Сегодня уровень доверия в отношении крайне низок. На фоне низкого уровня доверия вести разговор о глубоких, всеобъемлющих отношениях по свободной торговле, которые будут предполагать очень серьезную кооперацию и на макроуровне, и на микроуровне, и на уровне предприятий. Конечно, это непросто. Теперь надо, в общем, как говорится, после приема антибиотиков принимать специальные препараты для восстановления позитивной флоры, в которой может развиваться бизнес и процессы идти нормально. Но, тем не менее, эти планы, они продолжают оставаться актуальными. Зона от Лиссабона до Владивостока – это то, что действительно поможет развиться и нашим экономикам, и будет мощной превенцией к конфликтам в зоне общего партнерства, которые мы видим сегодня на Украине. Что касается азиатского направления, первый шаг мы уже сделали, будем его дальше развивать. Вопрос имплементации этого соглашения с Вьетнамом. Про китайское направление также Сергей Сергеевич сказал. Мы понимаем, что это, конечно, инициатива, это не только дорога Западный Китай и Западная Европа, это гораздо более серьезная инициатива, которая будет предполагать реализацию широкого спектра проектов в разных областях. Мы со своей стороны в этот процесс включились. И сегодня готовим соответствующие дорожные карты, будем взаимодействовать с бизнесом для того, чтобы насытить эту инициативу реальным содержанием, которое бы отражало повестку развития, которая стоит в наших странах. При этом я могу сказать, что Евразийская комиссия, конечно, здесь не может и не вправе подменять национальные повестки двустороннего сотрудничества. Национальные повестки – это отдельная история, и очень хорошо, что президенты договорились и дали поручение правительствам координировать национальные повестки между собой. Наша задача в рамках нашего функционала, нашей компетенции и наших возможностей дать дополнительные пространства для реализации этих инициатив, имея в виду снижение торговых барьеров, имея в виду поддержку кооперационных проектов, в которых участвуют наши государства-члены, несколько государств-членов, и поддержку тех проектов, которые объективно требуют участия нескольких государств, для того, чтобы они развивались согласованно. Это, прежде всего, инфраструктура и многие производственные проекты по нашим приоритетным отраслям. Мы именно таким образом и будем подходить к этому вопросу. Еще один момент по повестке. Да, я вот уже неоднократно говорил, что мы приняли решение по переговорам с Израилем. Страна небольшая, но технологически развитая. Надеемся, что это даст эффект. Затем мы готовим сейчас доклады и рекомендации по переговорам с Индией и Египтом. Также надеемся, что здесь будет движение вперед, тем более, что с Индией у нас, кстати говоря, самая диверсифицированная структура торговли из государств дальнего зарубежья и традиционные большие связи. И вот в рамках партнерства с Индией очень можно отработать вот эту концепцию «вместе производим, вместе потребляем на общем рынке», то есть такую очень продвинутую форму взаимодействия и по линии капиталов, по линии технологий, по линии рынка труда и так далее, в других сферах. И есть и другие планы, мы их своевременно о них оповестим. В портфеле много у нас различных заявок, и могу сказать, что вопрос признания Евразийского союза как международного субъекта и как международного игрока, он уже очень неактуален, могу так сказать. Он де-факто состоялся. У нас переговоры различные и обращения официальные о восстановлении партнерских отношений с Ираном, с нашим Евразийским союзом поступают практически еженедельно от разных стран. Наши коллеги некоторые, они из заграничных командировок практически не вылазят, ездят, подписывают меморандумы различные. Мы уже на более продвинутых стадиях обсуждаем вопросы торговли, режимов. То есть здесь, очевидно, можно вот сейчас в завершении первого круга нашей работы Евразийской комиссии сказать, что вопрос правосубъектности, вопрос признания, он решен. И в заключение несколько конкретных практических шагов, которые мы реализуем по поддержке экспортной активности бизнеса. Это наша новая компетенция, появившаяся только с 1 января в рамках большого договора. И здесь мы имеем ряд конкретных решений. Первое – это кредитная и страховая поддержка экспорта. Могу сказать, что наши банки развития
сначала тройки, потом к ним присоединилась еще Армения, и сейчас ждем, то есть Киргизия, сейчас ждем, вот и армяне, когда определят свой банк развития. Они подписали соответствующий меморандум, провели уже первое заседание советов банков развития, это буквально состоялось пару недель назад, и приняли согласованное решение о разработке отраслевых программ поддержки экспорта по ключевым экспортным направлениям. Мощное, кстати, надо сказать, заявление, и надеюсь, что банки сформируют и соответствующий лимит по финансам для поддержки подобного рода кооперационных экспортных проектов. Я думаю, это практически будет очень хорошей поддержкой. Далее мы совместно с научным сообществом, с нашими банками развития вчера вот встречались в очень широком составе, работаем также над тем, чтобы увязать все меры поддержки экспорта на уровне Евразийской комиссии, как на национального уровня органа, на уровне национальных правительств и на уровне банков развития, как практических инструментов, с тем, чтобы эти меры поддержки, меры политики были сонаправлены, работали по приоритетным отраслям, которые сегодня обладают экспортным потенциалом, которые завтра, естественным образом, могут иметь этот потенциал. Вот такая сонаправленная политика на базе единой методологии, мне кажется, сегодня, наверное, одно из самых востребованных дел, которым мы должны заняться вместе с бизнесом. Потому что именно в конце концов от того, найдут ли наши усилия отклик в средних предприятиях, зависит успех вот этого важнейшего элемента политики. Это крайне важно. Кроме того, мы уже приняли ряд практических решений по кредитной поддержке экспорта по линии экспортных страховых агентств. Во многих парах, поскольку это попарные вещи, там Россия и Беларусь, допустим, уже решены вопросы признания полисов национальных экспортных агентств для того, чтобы поддерживать кооперационный экспорт. Сейчас эта работа идет и по линии других пар. Я думаю, скоро выйдем на согласованное решение в целом. Ну и мне уже покажут на часы справедливо. Буду завершать. Привлеку внимание, что в следующем году мы планируем провести первую евразийскую выставку, большую евразийскую неделю, в рамках которой мы также будем обсуждать вопросы экспорта и интеграции. Спасибо.